5 мая 2024 год. Слушайте, посмотрел я на очереди к натовской технике, которую свезли россияне к себе там на показ. Ну, сама идея мне показалась шизанутой просто, понимаете? То есть Россия нападающая сторона. Выставлять технику, я же говорю, это Гитлер бы под Москвой там пришел, захватил Т-34 и выставил себя на Берлине в знак чего? Я понимаю, когда Украина ставит у себя сгоревшую российскую технику. Да, вот Украина там страна, там, которая отбилась от второй армии мира. Не спасовала, не испугалась. Мы гордимся тем, что мы оказали сопротивление. Несмотря на жертву, несмотря ни на что. Но мы показываем трофеи, которые маньяк, напавший на нас, которые орудия там убийства, которые нам пытались убивать, мы выставляем. А что делает Путин, когда забирает? Вы понимаете, что это Чикатило, который брошки пособирал со своей женщины, там убитой, растерзанной, и принес их, выставил на показ во дворике, в садике своего дома. Но он Чикатило, у него с башкой что-то не так, все понятно, да? То есть маньяк. Но вы-то туда идете смотреть на эти брошки, вы кем себя считаете? Не такими же маньяками. Вы понимаете, что когда насильник нападает там на женщину, блин, она от него отбивается там, я не знаю, забирает у него нож, там, отрезает ему, там, я не знаю, этим ножом то, чем он пытался нападать. И потом я понимаю, почему она этот нож показывает, что вот я там отбилась, вот защитила себя. Но вы-то, это же вы напали на Украину, понимаете, ребята? Или вы что-то забыли? Аннексию Крыма забыли в 2014 году, да? И в 2022 год забыли. Это просто, ну, количество людей, которые туда идут и смотрят на это. Ну, вы понимаете, что у вас нация просто двинувшихся. Вот понятие «хорошо-плохо» у вас отсутствует полностью. Но это надо быть на настолько, я не знаю. Еще и танк «Леопард» стоит, захваченный немецкий «Леопард», гнут ему, опускает ему целенаправленно дуло. Ну, я так понимаю, чтобы как у Путина на полшестого был. То есть вас смущает даже то, что это дуло там смотрит вверх, ствол этого танка, да? Он кажется вам слишком... Я не представляю. Импотенция — это когда женщину хочется, но желание не твердое. Вы маньяки, серьезно говорю. Ну и судьба у вас такая же будет, как у абсолютного большинства маньяков, начиная с того же Чикатило, понимаете? Сейчас вот на Пасху вам снег выпал, завалило снегом, я, конечно, в шоке. Там потоп, не прекратился, пожары начались. Я думаю, Украине не только НАТО поможет, и 100 с лишним стран мира, но и провидение, в которое я, к сожалению, не верю. Эпично вообще. Все буду Украина.